Так, я тут. Погнали, погнали. Вот здесь желательно всем вместе прыгнуть. Угу, и умереть. Не, потому что если мы одного забудем, его уже не спасти. Там ведьма, ведьма, аккуратно. Где? Я говорю, кооперативная игра, это прям очень. Где ведьма-то? Ну я, у меня написано ведьма в платье, сейчас посмотрим. Вот она, вот она. Лол. Беру таблетку. Где она там? Иди за мной. Я не хочу туда спускаться. Да тут нет никого, иди быстрее. Ну окей, я тут. Ну. Вот он. Она, прошу прощения. Смотри, смотри. Нет, нет! А, черт! Сказочный долбоёб. Как же тебе, чувак, помочь? А ты чё всё поджёг, идиот? Ну, я хотел её поджечь, и ты побежал туда. Ну ладно. Блин, ну чувак, ну чё ты... Ведьма осталось 1000 хп. А где ведьма-то? Если она убила того, кто её напугал, куда она потом девалась? Неизвестно. Там толстяк, аккуратней. Ох. Ох ты ж! Я ж предупредил. Что... Так я ж специально хотел подальше отойти и выстрелить. Но не получилось. Да, вот. Я уровень сложнее поставил, поэтому ведьма была в самом начале. Ну нормально, так и надо играть. Тут есть ответка. Чем труднее, тем лучше, да. Сейчас я тебя найду. Подожди, ты где-то должен быть. Да, должен появиться. Так. Смотрим. О, я слышу где-то тебя. Выпусти, я не знаю, ты, наверное, вот там. Ну тебя чувак там сейчас выпустит. У нас было 2 пакета. Спасибо. Травы, 75 таблеток мескалина, 5 упаковок кислоты. Это были таблетки. Блять, это раздражающие какие-то звуки. Ну что, ты бежишь, да? Фиссюр вообще где-то. Блять, я спасу, 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 спасу. Не спасу, а не спасу точно. Друг, держись. Жирный. Сдохни. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Я говорю, кооперативная игра. Ну молодец, Витюк. Я ничего не делал. Это я не при делах. Меня подставили. Лечись, Влад. Так, вот. Они пытаются зайти, им не даю. А, я знаю, что делать. Смотри, смотри. Проход закрыт. А, не буду. Ну ладно, окей. Смотри, смотри, смотри. Мы так с трактором поняли. Смотри, смотри. Я успел. Он чуть не сдох. Лёль. Парню повезло. Безумчик. Вылетел, зашел. Вылетел, зашел. Чуть не умер. Все нормально. Он даже сам пишет, что он АФК. Да, да. Ну все, нам похуй. Маску. Понятно. Мы уже играли на этом серве, здесь самые обычные пушки будут. Вот эти. Начальные. Бесит. Ну зато есть. Есть мачете, уже неплохо. Ты где его нашел? А во, а. По дороге. Да, я вижу. Погнали, погнали. Вот здесь, здесь, да. Ну, ты знаешь. Ведьма, я говорю, что-то часто ведьма, танки. Пидарас. Толстый Влад, толстый. Я понял. Я говорю заранее, потому что если она блюет, будет хуже.
Не знаем. О, да. Вон нормальные пушки. Я говорю, винтовка и все. Это тот сервак, на котором мы играли раньше. Сдохни, сдохни. Сдохни ты. Сдохни. Хуел, блин. На, блин. Я вот не знаю, лучше может винтовку взять. Хотя дробовик он как-то попрофильнее будет. Винтовка получше. Но все же дробовик может от большого количества ладоков убить. Ну да, погнали, погнали. О, привет! Так, я отхожу, ребятки. Все, все, пока, пока, ведьма. Да, я с вами больше. Приятно было познакомиться. На этот раз она сидит в таком не особо важном месте. Ее можно обойти. На. Подожди, а что если вот тут выйти? Минус. Пинул. Враги! Ах ты говнюк, на! Влад, Влад! Бежим! Блять! Она до меня добежала! Мразь! Здесь оружие! Спасибо! Как она вообще посмела это сделать? Чё? О, Дигл! Да, да, что? Здесь оружие. Здорово! Да, здорово! Ну привет. Чувствую себя ужасно. Перезаряжаю! Ой, брат. Не, а чё, прикольно на самом деле иметь дробовик и дигл. Это самое лучшее оружие. Дробовик в ближнем бою. На, на. О, дигл вон лежит. Кому нужен? У меня уже есть. Сейчас, сейчас, секунду. Влад, меня нормально слышно? Да, нормально. Чего? Нормально, жить можешь. Погнали. Ай, что, осматриваемся, да? Что-то в этом роде. Сейчас танк должен быть. Тут всегда он был. Ну, тут не танк, какой-то однорукий дрочер. Да, патрончики, отлично. Давай, погнали, погнали. Бомбы берите. Что-то мало бомб. Перезаряжаю! Влад, иди сюда. Пожалуйста, иди сюда. Они, пусть они там занимаются прикрытием, а я тебе... Ах ты, гандон вонючий. Гандон. Да пидорас, пиздил аптечку, ой, таблетки. Я так и понял, а где все бутылки? Я ведь для тебя их оставил, бессовестный ублюдок. Не говори, срань господня, как так жить теперь можно? Да. Так я за этот пулемет сяду. Прикройте меня. Ой, толстый, толстый, вон он. А. Я горю! Не... Ой, блядь, я реально горю. Сдохни, сдохни ты, все сдохни. Охотник вон. Все, можно идти, погнали. Танк, ну я же говорил. Танк, ребят, танк, танк. Замечательно, очень я нашел интересное место выбраться. И он бежит. А, нет, нет. Влад, назад, назад, отходим. Я уже заметил. Сюда, сюда. Где этот жертвец? Не знаю, но он где-то тут. Вон, вон он, Влад, вон он, прыгай, прыгай! Бежим! Давай вперед, вперед! Чё за дебилы, бежим, Влад, бежим! Он сюда идет, валим, валим! Валим, валим, ребят, валим! Ой, он лезет наверх! Давай быстрее в убежище, погнали! Нас... Его дверь остановит точно, его Влад, остановит спасите, дверь. Спасите! Сюда, Влад, сюда, давай, сюда! Помогите, гром, гром!
Хорош, 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 валим. Ай-яй-яй, он камнями кидается, в окно прыгаем. Я держи, Влад, держи. Дорогу! Валим, валим. Давай, иди сюда, иди сюда. Бежим, бежим, бежим. А, жирный, жирный. Беги в убежище. Убегу. Нихуя не вижу, ну ладно. Что с дороги, ублюдки, сдохните. Умри! И ты умри! Умрите, умрите, все умрите! Нет! 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 Ты что такое, Влад? Умри! Давай! Сдохни! А танк убили? Он, походу, дело сдох от того, что горел. Перезаряжаю! Упс, это не я. Это не я, да. Заходи, Влад. Ну, тут же весело, смотри, они сейчас придут на мой зов. Окей, я не хочу это видеть, до свидания. Дверь закрыта. А Зоя-то там лежит. Лёль. Зоя сдохла, и мы прошли уровень. Идеально. О, сейчас будет канализация, будем камняшки собирать. О, видишь, я просто поджег танка, да. Да, да, да. Влад, пойдешь с нами? Куда? Гулять. А, окей, пойду. Мне же надо как-то свой отпуск разбазаривать. Это не отстой. Я еще и косой, оказывается. Да ладно. Да. Да ладно, брат, ты что, дорогой? Да, эй. Я выстреливаю в голову, а попадаю, блин, возле. Чё, охуел, блин, лечить спидом? Лечить спидом, вообще идеально. Папа вечером приходит, видит маму, ебёт. Папа вечером приходит, ебёт маму и уходит. Так тоже вот. Пилсир! Пилсир! Тихо, слышишь, там танк должен быть. Да мне похуй, я всех убью. Видос запиши, как там бежит на тебя. Как убить всех, этот видос будет. Ну ладно. Вижу, да, вижу. Ну вот, здравствуй, танк опять, а. Петя, я так и знал. Назад, назад, ребят, назад! Валим, валим, валим! Огонь! Поехал! Но дверь его остановит! В убежище, в убежище, бегите, в убежище! Окей, дверь его не остановит. Чё-чё? Блядь, что это такое? Это дрочер? А-а-а, нет! Дверь! Дверь! Блядь, откройте! Сука! Дверь! Дверь! Ебаная дверь! Это дверь! Она не открывалась! Он ее пробьет, не знаешь. Ребят, я сейчас умру, у меня 26 жизней. А, бля! Бегите, у меня 11 жизней! Нет, ты умер. Две! Это было прикольно. А что тебе две реально помешало? Да, она, короче, вы закрыли ее, а я ее не мог открыть, блядь! А точнее, я ее закрыл и не мог ее открыть, но это не важно. Подождите, надо подлечиться! Я увидел, что он тебя пиздит, а ты стоишь у двери. Орёшь дверь, блядь. Вот именно, я стою, короче. Дверь не открывается, потому что он меня сзади зажал. Я стреляю в дверь, чтобы хоть как-то ее разрушить, блядь. А дверь, она не разрушается, она только там выбивается по кусочкам, сука. И вы когда уже видели меня, я уже дверь расхерачил практически, дырку сделал, блядь, а вы смотрите, через это же меня убивают. Я иду, а тебя спасли, да уж. Я иду. Скорее в лифт. Ой, не-не, я в лифт не пойду, у меня там дигл остался. Вы, короче, поднимайтесь, я потом приду. Ребят, он подойдет, давайте, идите. Только сюда. Заправочную не забудьте взорвать. Чтоб было красиво. Поехали, что, они залезут? А где мой пистолет? Его что, спиздили? Вот уроды, а. Да там лестница опустится. Прикол, мы пес спиздили, эти уроды.
Чувствую, там красиво сейчас. Нет, нет, нет! Лол, Жака. На, жирная мразь. Таблетки. Сейчас будет. Давай, падла, на нахуй, сдох. Спасибо. Почему ты попадаешь в три дряни? Погнали! Ребят, погнали. Сейчас ведьма должна быть. Пистолет и автомат, блядь. Так, Влад что-то пишет, надо отвлечься как-то. Меня поймали! Стреляй по хвосту! Сейчас, Влад, держите, меня хп мало. Блять, не попадали я чё-то, Вов. Просто 6, опять сдох. А теперь я сдох, с вами. Не, у тебя будет там много жизни, с учетом. А меня просто ещё в этот момент били, и у меня совсем не было. Меня нашли. Что ты здесь делаешь? Пошел нахуй! Это тот Борис, который хрен попадешь? А почему его зовут хрен попадешь? Да потому что в него хрен попадешь, Ави. Покажу. Дурак, скажи мне. Владик, ты дурак. Я ничего не знаю, это ведьма. Черт, я реально думал, что я убежал. Думал, да? Да. Я ее пытался остановить, но у меня не вышло. Пытался он, выкинулся прям под нее, а вдруг она бы остановилась. Погнали, коктейль Молотова, клюшка. А, Влад, иди сюда. Иду. О, таблетки. Таблетки это кайфово. Ой, спасибо. 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 Надо было съесть таблетки, а потом отличиться. Кура. Конечно, убить своего это нормально. Жати, вон он. Я вижу. Это первый, как пушечный Фрэнсис. Пушечный Фрэнсис. Красиво звучит. Так, там танка нет, он мог быть. Ой-ой-ой, они прям за нами лезут. О, я прям туда к ним упал. Смешно. О, да опять те же пушки. Хуёвый компьютер. Охуенная физика, все разрушается. А слушай, я понял, почему танк пробил вот эту бронированную дверь. Это же сложный уровень, ну не легкий. На самом легком. Чувак, он... это не бронированная дверь была. Танк. У тебя везде танк, где его даже нету, да? Почему я два раза сказал, он появился как раз. Да мы знаем, как ты два раза говоришь, ты все время говоришь танк. Когда поднимемся, он должен быть. Это что было? Ты тоже это слышал? Танк рычит.
Ну я ж чё, вот где я впустую говорю? Не, ну просто сейчас это было очень страшно. Я приманка, смотри. Бежим, бежим, бежим! А танк где? А где танк? Он тут где-то. Я тоже что-то такое слышал, похожее на танк. Лад. Вон там, по-моему. Мне что-то как-то страшно. Блять! Приятно так вечерком расслабиться, поиграть. Конечно. Поубивать толпу мудаков. А где танк? Он, я слышал рычание. Я слышу курильщика. Вот танк, танк. Ну заебись. Ой, ой! Я вижу охотника, я слышу танка. Где же он? А вон там. Где это падла? Он явно где-то рядом, но где мы не знаем. Влад, валим. Влад? Вы обнаружили танк? Влад, назад посмотри. Бля! Валим! Пошли поможем, Влад. Пойдем поможем, Влад. Пойдем поможем, ладно. Они вдвоем могут его не завалить. Все завалят, они профессиональные. А где он? Вон, Влад, прямо посмотри. Ну я вижу гору мускул, которая горит. А, ну это он. А что, грохнули от отлично. Спасибо, это для меня. Умный. Ну что, вызываем лифт? Давайте вызываем, вызываем. Ух, ё! Сядь! В огонь! Вот такой вот здесь. Погнали, все, три этажа. Заходим, заходим, заходим. Блин! Влад, ты нас не нагнул. Я не знаю, где кнопку. Кто-то нажал на кнопку. Дима. У меня 2 хп, как ты думаешь, мне весело? А у меня 22. Ну ты хоть с ближним оружием, а это с дальним. Сейчас я все равно отхилюсь на всякий случай. Оперативно. 19. А, открывай дверь, я всех порву! Всех порву, всех порву! Тихо, всех, тихо. Всех, всех. После вас, Дим. После вас. Окей. Я иду за тобой. Да! Воу! Диалоги нормально. Ведьма сейчас будет. Громила, осторожно, осторожно. Да, здесь он вообще имбом. Он может не просто вынести. Рыбы, не плотники, но сожалеем, захуел, но... На. О, Лаки защищает руну. На. Стоп.
И целовали облака. Так, здесь никого. Такую милая ты. Уж не посмотришь. Ладно, иди сюда, опять сейчас оторвешься от коллектива. Как обычно. Как какой-нибудь курильщик сожрет. Неужели? А, нет, не танк, слава богу. Все. Все, я вас жду. Не откажите мне. Воу. В любезности. Куда? Даже тут пушек нет нормально. Слегка туда, сюда. Ты прекрати. Здорово! Мои. Да, детка.